Доброе утро, меня зовут Шакир Юлдашев. Готовим вкусные и полезные завтраки из того, что всегда можно найти в нашем огороде. И сегодня в нашем огороде тыква, яблочки. Приготовим из них оладушки. Очистим часть тыквы. Столько, сколько нам нужно сделать оладушек. Натираем тыкву на крупной терке. Натираем к тыкве 1-2 яблока. Разбиваем одно яйцо. Добавляем соль, сахар и, по желанию, корицу. Перемешиваем. Добавляем пару ложек муки для связки. Наливаем на сковородочку немного масла. Выкладываем ложечкой небольшие порции. Обжариваем до золотистой корочки с двух сторон. Аккуратненько переворачиваем. Готовые драники выкладываем сразу на тарелку. По желанию поливаем медом и посыпаем тыквенными семечками. Ладушки, ладушки, огород у бабушки. Приятного аппетита!